Сегодня днем родители пострадавших детей из ансамбля «Адель», который в роковую ночь 16 сентября находился в лагере «Виктория», пикетировали областную прокуратуру. Родители возмущены вчерашним решением Приморского райсуда отпустить директора лагеря Петроса Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен, которые вынесли без их ведома. Мы возмущены тем, что человека, который своими действиями по управлению лагеря, в принципе, на наш взгляд, на мой личный взгляд, виновен в смерти детей, могут отпустить. Мы боимся, что он может сбежать. Мы боимся, что он может влиять каким-либо образом на ход следствия, на... Ну, как минимум, все родители боятся за своих детей, то есть, что, ну, мы не знаем, какие у него могут быть действия. Инициативную группу родителей лично принял прокурор области, который сообщил, что уже завтра прокуратура подаст апелляционную жалобу, считая вынесенное решение незаконным. Я могу сказать, что это решение є незаконным. То, что не может суд при продолжении термина изменять условия запобіжного заходу. Тому ми абсолютно впевнені, що апеляційна інстанція вказане рішення скасує і поверне ту саму міру запобіжного заходу, яка була. У нас буде тільки така позиція. Опасения родителей в том, что Петрос Саркисян может скрыться от следствия, прокуратура разделяет и в этом случае готова немедленно объявить его в розыск. Тем временем родители захотели лично пообщаться с судьей Приморского суда Виктором Попревичем, который отпустил директора под залог. Однако застать судью на рабочем месте не удалось. Свою попытку родители пообещали повторить уже в скором времени.